хозяин виллы. Солнечный мальчик. Вот он, Лео. Вот он, солнышко наше. Ах ты, красавчик. Да? Ой, ты мой красивый. Лео. Что, чаком пахнет? А? Ты уже не линяешь? Ой, ребята, сегодня опять будет очень жарко. В общем, по Италии, значит, предупреждение большой жары, предупреждение для пожилых людей, чтобы без надобности не ходили на улицу. Вот как-то так. И это будет, ну, где-то до понедельника, потом чуть полегче. Ну, а в принципе, в августе всегда так. Да, Лен? Ну, что это, скутер? Лео так смотрит на скутер. Вот такие, ребят, дела. Смотрите, как все посохло. И то. Травку здесь поливают немножко, Сандра. А так, смотрите, горы сухие, все сухое. Вот цветы. Нормально их поливают. Растут. Вот, а горы сухие. Деревцо подсохло. Церковь Ди Монте-Кальво. Эта местность называется Монте-Кальво. Ладно, Лев, пошла я работать. Давай. А ты будешь охотиться, я знаю. Уже печет неимоверно солнце. Ребята, наверное, будет дождь. Смотрите, какая чернота приближается. Уже первые капельки упали. Ой, дай бог. Вон она, эта туча, смотрите, потихонечку приближается. Дай бог, дай бог. Ребята, ура, дождик. Первые капельки. Давай, 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 давай. Ачичаки, пипи. Ачичаки, чичаки, амори. Ma cosa ti succede? Tesoro. Маленькая. Красоточка. Пипи. Вот она, Пипочка. Приехал Чаки к тебе в гости. Ой, ребят, позвонила сегодня ее хозяйка. Сказала, что Пипи, в общем, обкакалась там на нижнем этаже. Ой, вот решила взять с собой Чака. В общем, чтобы она погуляла. Говорит, целый день там в подвале сидит. Не хочет выходить, потому что ее хозяйка Бенни, ну, то есть младшая дочь, уехала сейчас в Рим. И вот Пипи как бы в такой грусти. Ну вот, мы приехали, она вот немножко... Да, Пипочка, обрадовалась. Хозяйка. Ой, ну вот, пусть поиграют с Чаком, погуляют. А я полью цветы и... посмотрю, может, помою скутер. Завтра же утром скутер к механику надо отвезти. Вот, отвезем чистенький. Да, Пипуль, что тебе случилось? Что случилось? Ты накакала? Ты накакала, да? Лене убирать сейчас надо, да? Что ж ты натворила, зайка? Малышка. Животик, наверное, болит у тебя, да? Хороший, сейчас поиграем. Да, да. Да, да. Ой, типа, холюся. Смотрите, ребят, вот город. Сейчас красиво, смотрите, освещен.
заходящим солнцем. Так красиво. Здания очень отчетливо видны. Смотрите, ребят, как радуется Пипи, качается. Ну давай, поваляйся, поваляйся. Поваляйся. В общем, довольная, довольная. Ой, ребят, у нас в итоге дождя сегодня никакого не было. Дует сильнейший ветер целый день. Вот. Две капли упало. И все. Чак и Пиппи, гуляйте. Я пошла, посмотрю, что там в подвале. Так. А ну. А, ну да. А вот и Мина. Эх, Пиппи. Бедненькая. Значит, у нее болел животик. Некому было собаку вывести. Да, Чак. Ну давай, будем убирать. Ребят, помыла скутер. Полила цветы, помыла скутер. Сейчас я его высушу. Вот, хорошо, чистый будет. Собаки со мной. Пипи тоже довольная, что уже не сама. Вот уже я уже больше часа здесь. И Пипи гуляет. Но, по всей видимости, у Пипи болит живот. Не знаю, чем ее кормят. Видела, что сухим кормом, но что-то не то ей. Пип! Пипа! Маленькая. Спускаются сумерки. Запели сверчки. Чекалы. Чекалят. Но чекалы скоро затихнут. И останутся только сверчки. Чаки. Чак тоже довольный. После жары. Практически сегодня сидел дома опять целый день. Потом вечером искупался в бассейне. Ну и поужинал. И мы поехали сюда. К Пипе. И вот. Спокойные, скажем, игры. Сначала они погуляли, побегали, теперь отдыхают. Чаку по траве не нравится ходить, по сухой. Ему колят лапки. Вот уже фонари зажглись автоматически. На вилле. Вот там зажегся, вот тут зажегся. Вот так вот. Ну все, мы вытираем скутер сейчас и с Чакушкой едем домой. Вот сейчас действительно, ребят, рай на вилле. Дует ветер теплый. Очень классно. Но днем. Днем это ужас. Днем хоть не выходи на улицу. Ой, а сейчас благодать. Благодать. И небо голубое.